Всем большой привет! Нахожусь в магазине Fix Price по адресу город Ижевск, торговый центр Мол Матрица, и хочу вам показать самые новые, интересные и осенние новинки. Всем желаю приятного просмотра! Женские домашние тапочки, они теплые и мягкие. На подошве пришита ткань с резиновыми точками. При ходьбе скользить не должны. Снаружи обтянуты из ткани бархат, внутри искусственный мех. Продаются они в голубом и в бордовом цвете. Размеры увидела 37, 38 и 39. Цена 249 рублей. Осенняя шапка для детей подойдет и на теплую зиму. На возраст ребенка 4-6 лет. Продаются они в ассортименте в разных расцветках и дизайнах на один и тот же возраст. На шапках-ушанках снизу пришиты застежки, но они не регулируются. Шапки универсальные, подойдут и для мальчиков, и для девочек. Цена 199 рублей. А декоративная ветка с осенними ягодами издалека смотрится как натуральные, особенно листья. Сама ветка высокая. Продаются они в двух вариантах, есть еще и зелеными ягодами. Листья изготовлены настолько реалистично, смотрятся как живые. А есть еще третий вариант веточки с непонятными для меня фруктами. Цена одной ветки 149 рублей. Пена для бритья подходит для всех типов кожи, охлаждает, тонизирует. В составе есть ментол и фруктовые АХА-кислоты. Объем 300 мл, название Дивинг. Второй вид пены для бритья с экстрактом винограда подходит для чувствительной кожи, питает и смягчает. Объем также 300 мл, отличается цветом упаковки. 77 рублей. Набор щеток для кухни и хозяйственных нужд. Первая щетка самая большая в форме утюжка, вторая щетка самая маленькая и третья щетка отлично подойдет для раковин. Продаются они в двух вариантах цвета, цена 99 рублей. Бигуди для волос 6 штук, в упаковке находятся по парам из 3 цветов, а размер большой. Этими бигудями можно делать объем от корней и завивать кончики. Инструкция написана на другой стороне упаковки. А на самих бигудях находятся средние зубчики по типу расчески, удобно будет прочесывать прядь. И кто уже успел их приобрести и протестировать, напишите ваши отзывы, как они вам. Завезли пряжу для ручного вязания, продается она в разных расцветках, есть однотонная, цветная и немного отличается по составу. Цветная пряжа длиной 155 метров, объемом 70 грамм, по составу мягкий акрил. А нить, скрученная в две нити, по составу средней плотности. А другая пряжа из Троицка называется детская серия «Пчелка». Объем 80 грамм, длина 400 метров, по составу высокообъемный акрил. Пряжа тоже крученная в две нити, но она более тоньше. Мягкая, к рукам не колется. Первый и второй вид пряжи по цене 99 рублей. А яркие красочные кухонные салфетки, они трехслойные, плотные. Размер 33×33, в упаковке находится по 40 штук. Цена 77 рублей. В продаже есть еще однотонные в разных расцветках. Размер такой же 33×33, но они уже двухслойные. Цена 55 рублей. Покрывало с бахромой, размер 170×110 см. Бахрома будет с двух сторон. Само покрывало очень красивое и стильное по дизайну. По составу полиэстер и хлопок. Покрывало продаются в ассортименте 4 красивые расцветки с одним и тем же узором. Покрывало средней плотностью можно использовать как в декоративных целях, так и по прямому назначению. Это покрывало в двух оттенках серого цвета мне понравилось больше всех. По тактильным ощущениям очень мягкие и приятные. А с такими покрывалами в доме будет намного уютнее и теплее. Цена 299. Плед размером 150×100 см. Очень красивая расцветка, которую можно приобрести сейчас для новогоднего оформления дома. Потом, скорее всего, ее очень быстро раскупят. По составу 100% полиэстер. Все они продаются в одном размере. Есть более приглушенные бледные оттенки, так же как и новогодние. Цена одного покрывала 249 рублей. А полочки Fix Price стали пополняться товарами из Хэллоуин, среди которых можно найти интересные и даже полезные товары. А магический шар – это новинка, раньше я их не видела. Смотрится очень эффектно, серия «Мрак» с черным снегом. Представлены они в разном оформлении, и у всех внутри находится черный снег. По составу изготовлены из пропиленгликоль, полирезин, стекло и вода. Сами по себе шары легкие, в диаметре 6,5 см. А цена 199 рублей. Конфетница, которую спокойно можно отнести к товарам из новой серии Loft. Вместе с ними она отлично впишется.
Изготовленная из пластика полипропилен, форма напоминает паутину или паука с множеством ножек. Конфетница глубокая. А такие конфетницы продаются в черном, в ярко-оранжевом и в сиреневом цвете. Цена 99 рублей. Все последующие товары можно отнести к осеннему декору, смотрятся они очень красиво. В руках у меня декоративная тыква. В прошлом году продавались тыквы по такому же дизайну, но они были более удлиненные. Тыква легкая, пустотелая, а внешняя сторона напоминает плетеный красивый декор. Как ни странно, в наши магазины завезли все варианты. А цена 99 рублей. А стеклянный осенний декор, который оформлен джутовой веревкой. Джутовая веревка длинная, вазу держит хорошо. Ее можно отнести и как конфетнице, и как подсвечнику, у кого какая фантазия. Смотрится очень эффектно, цена 249 рублей. Еще одна декоративная тыква, она очень легкая, большого размера, сверху обсыпанная пайетками. Тыква очень хрупкая, по качеству исполнения изготовлена не так аккуратно, как предыдущие тыквы. В белом цвете изготовлена более аккуратно, но такие тыквы будут собирать пыль и грязь. Но в качестве красоты с осенними декоративными тыквами будут смотреться неплохо. Еще увидела третий вариант в ярко-оранжевом цвете. Цена 99. Декоративная шкатулка, изготовленная в форме тыквы с очень большим размером и открывающейся крышкой. Такую шкатулку можно использовать как конфетницу, крышка легко открывается. Цена 299. Следующая декоративная тыква очень красивой формы, в белом перламутровом цвете, красиво переливается. По составу изготовлена из доломит, производит Китай. В ярко-оранжевом цвете, на мой взгляд, самая красивая тыква. Она очень легкая, пустотелая, с ней нужно также быть аккуратным. Из этой же серии можно купить другой вариант декоративной тыквы, более удлиненный формат. На полочке также будет красиво смотреться. И в ярко-оранжевом цвете тоже продается. В золотом цвете такая тыква тоже есть. Продаются они в небольшом количестве. И кому понравилось, мне кажется, нужно поспешить. Качество безупречное, цена 199. А как вам такая бутылка в форме черепа, изготовленная из стекла? Стекло очень красиво переливается, сверху закрывается на крышку из пробки. Продаются в трех разных серебристых оттенках, объем 380 мл. Цена 149. Пивная кружка с названием «Череп» также изготовлена из толстого стекла. Удобно держать в руках, большая ручка, объем 470 мл. Цена 149 рублей. Колпак ведьмы, который продавался и в прошлом году, по качеству изготовлено очень даже неплохо. А диаметр полей шляпы 38 см, длина колпака 33 см. С обратной стороны обычная простая. 77 рублей стоит. Декорация искусственная паутина, 40 грамм, покрывает 15 метров, в наборе продается 6 пауками, цена 55. Детская накидка дракончик продается в одном размере, длина накидки 80 сантиметров, очень красивая, переливается, цена 199. Детский костюм, накидка и колпак, подходит для детей старше 3 лет, продается в одном размере, длина накидки 75 сантиметров, цена 249. А как вам такая подвесная гирлянда скелета длиной 120 см? Если я ничего не путаю, в темноте они должны светиться. Изготовлены из пластика, цена 199. Набор воздушных шаров в черном и в оранжевом цвете, 20 штук, цена 55. Чулки карнавальный мрак, продаются они в одном размере. Чулки плотные, хорошо тянутся, не просвечивают. Рисунок в темноте должен светиться. Чулки продаются в ассортименте с разными рисунками, которые светятся. Цена 199 рублей. А детский костюм, юбка и ободок смотрится очень красиво, и не скажешь, что этот набор не для праздника Хэллоуин. А тонкий ободок с двумя ушками и разными переливающимися пайетками. На юбке пришиты две широкие бретельки, можно использовать как сарафан, так смотрится сама юбка. Такие костюмы продаются в разных цветах, есть в сиреневом, в зеленом и в оранжевом цвете. Цена 249 рублей. Показала все новые интересные товары. В комментариях напишите, что вам понравилось, или, возможно, вы уже что-то из этого товара успели приобрести.